Мне нравятся всегда вот эмоциональные озвучки. Ну, типа, знаете, есть просто озвучки, типа, как озвучки, а есть, типа, озвучки, вот, как Алакир. Ветра! Блять, вот в них просто, сука, вся душа вложена, знаете, вот прям, блять, вот, ну, записать такую озвучку, это, ну, это, блять, дорогого стоит, не только в деньгах. Это реально, ну,